Эй, ребята и девчат. Обновленная карта Фьорды. Тест World of Tanks 1.0. Новая графика. Играем на арте. Фьорды стали просто прекрасны. Смотрите, какие облака в горах. Просто шедеврально. Ну, естественно, покатаемся на арте. Потому что на обычной технике играть практически невозможно. Не то, что на тестовом сервере, даже и на обычном. Ужасно. Поэтому покатаемся на арте. Смотрите, какая вода, камешки видно. Вот. Танчик намочили. Сейчас будет сохнуть. Красота. Так, ну что, давайте куда-нибудь стрельнем. Сюда мы не прострелим. А вот сюда. Вот сюда можно попасть. Ну-ка. Стой, стой, стой. Давай, лови фугас. Вот, хорошо. Хорошо, сказочно прилетело. О! Объект 705 притаился. Здесь мы по тебе попадаем. О, какое тут теперь ущелье. Красота. Ну, давай фугасик-то прими. Примешь фугасик? Давай, дорогой, стой на месте. Куда ты поехал? Вот балдуй. Лови. Взял и помчался. Стоял, стоял, решил поехать. Так, здесь мы не простреливаем. Ну вот и скажите мне, как играть на арте? Как? Вы посмотрите, вы кричите все, что на арте играть очень легко. Да попробуйте выбрать сначала точку, откуда стрелять. Если натяжен на Type 5 Heavy, просто прешь куда-нибудь и все. И едешь. Отстреливаешь. То здесь надо, во-первых, найти место, откуда можно стрелять. Во-вторых, ухитриться попасть в танк. Нужно рассчитывать упреждение. Многие параметры. Угол наклона. И о чем вы говорите? Вы кричите, что арта это легко? Да это самый сложнейший тип техники. Самый незащищенный. Что она может? Только вот случайного светляка пристрелить. И то случайно. О! Альфы нету. Попадать сложно. Места выбирать сложно. Посмотрите, как деревья разваливаются. Вот. Сейчас этот светляк приедет ко мне, если его не заберут. И все, кранты. Вон он гоняет эту хрень. Вот так вот. А вы говорите, легко играть на арте. Арта самый сложный класс. Вот, выбрал цель. Не успел свестись. Ее не стало. Вот поэтому скоростному танчику вообще не попасть. Хорошо, вот сейчас союзники нормальные. О, могу сюда что-то прокинуть. Так, играть вообще сложно. В борт лети. Вот, 180 урона. О чем вы говорите? Какая легкость на арте? Кислотность от нее такая же, как у любого другого танка. От той же бабахи, которая всех с одного выстрела убивает. Это нормально, да? Это нормальный класс техники. Выехал, пукнул, блин, наугад, не сводясь. И забрал сразу танчик на 1000 хп. Зашибись, да? Вот, тут все тонут. Попасть я в него, конечно, не могу. Ну, его сейчас уже топчут, все. Вот такая карта Фьорды. Прекрасная, красивая карта Фьорды с облаками, с домами. Победа. Пока до новых встреч, хорошие мои. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всегда вам рад.